умирать. Угу. Вы смотрите, мама. Делать то, что... Дело в том, что маме дети очень сложно делать, да? Они кряхтят, слюнки пускают, да? Они не слышат так, как большие взрослые дети. То, что шум, у нас помехи. Во-первых, держит на руках сердцебиение, в роддоме вы лежите, все делаете. Да? У девочки все хорошо слышно. Единственное, чистите ушки. Вот я не зря ватку взяла, да, потому что, когда вижу, видите, вот это, смотрите, слюнки текут, да? Во-первых, в отделе, конечно, красивое платье, но для деток лучше хэбэшное. Хэбэшное, да? Оно не так аллергично для ребеночка. Затем, когда у нас уже пробиваются, зубки прорезываются, да, нужно сюда ребеночка одевать слюнячек. Почему? Вот это все мокнет, видите, аллергическая реакция, вот смотрите. Это такой... От чего? От слюнок тоже. Мама, от слюнок. И вот эта ткань, она вызывает такую реакцию. Это раз, да? Всегда одеваем слюнячек, их можно 3 штуки иметь, да, раз, сняла. Вот сейчас вы на улицу выйдете, ветерок, ребенок целый простыл. Потому что здесь все мокренькое, да? Потом ушки чистим, вот так вот делаем турундочку, видите, вот? Турундочку вот так вот сделали, вот, да? Делаем турундочку, да? Оттягиваем ушко, вот так оттягиваем ушко, вот такую турундочку подлиннее, да? Она немножко ушко подлиннее. Вот, оттянула за ушко, вот так сделала и вращающим движением прокрутила. Видите, ребенка совершенно не больно. Вот, да? Вот эти бляки мы убираем. Также второе ушко, да? Опять делаешь турундочку, также носик. Ни в коем случае ухочистком лезть нельзя. Вот, хорошо? Потому что вы, когда ребенка купаете, остается водичка. Угу. Вот, и поэтому ваткой можно вот сделать турундочку и прокрутить, и подсушить. Понятно, да? 3 месяца, да, до 6 месяцев кормим грудью. Первое переднее молоко, это у нас есть водичка, да? А в 6 месяцев мы уже перейдем на транзитное питание, то есть уже с общего стола. Подойдете ближе, где-то в 5,5 месяца мы пройдем консультацию с вами, хорошо? Так, прогулки на свежем воздухе для вас. Для ребенка очень благоприятно, это первое время, да, утро, то есть можно с 9 до 11 прогулочки делать на улице, когда нет этого нехорошего солнышка для детей, и после 6. Когда палящее солнце, ребенка ни в коем случае на улице выводить нельзя, хорошо? Купаем также, можно даже 2 раза, после обеда можно ребенка искупать, хорошо? И солнечно-воздушные ванночки, то есть раздеваем ребеночка, да, открываем шторы, и ребенок пускай лежит и как бы наслаждается солнышком до 10-15 минут, хорошо? Все, удачи!